Местами может быть тихо. Включи субтитры. Человек, рожденный в конкретный день, пишет здесь свое желание и оставляет это желание в урну желаний рядом со статуей Будды каждого дня. В кафетерии, где сам набираешь, сам себе готовишь. Набирать можно неограниченное количество еды. Вот мы сейчас готовим какое-то мясо, там же суп варим. Здесь набрали креветочек. Рыбка, тунец, форель и, наверное, какая-то белая, не знаю, как овощи. Там очень-очень много всего. Вкусно? Да. Мы 2 дня ходили. Кушали в дорогих ресторанах. Которые сложно даже ресторанами назвать. А оказалось, что у нас вообще не то, что полушага, в полушаге живет. Которого можно покушать. Цены? Еще водички нам предложил попить. О, шоу. Какой типа сладкий. Сказал кул. Мне не очень кул. Тебе понравился? Ну так себе. У меня тоже тайский массаж. Понравился тебе тайский массаж? Мне было очень больно. Почему? Потому что щипались. Мне понравилось. Сейчас едем сдавать байк. Надеюсь, отдадут мне паспорт. Отдали байк, забрали паспорт. Все нормально. Теперь идем пешком. Непривычно. А вот уже и наш отель. В котором бегают тараканы, червяки, поползни. Ящерицы. Тараканы вот такие. А это у нас фешенебельный отель. А вон там. Ящерица. Это не ящерица. А кто? Скорпиончик. Это ящерица. Все, приехали. Все хорошо. У тебя только все хорошо? Холодно. Холодно? А что? Сразу лицо, когда погода как погода. Хорошо, что дождя нет. Почему хорошо, что дождя нет? Мы сейчас как целлофан бы одели, если бы дождь был бы.